мы сейчас с вами приготовим очень интересный гарнир. Нам необходимо натереть на крупной терке 3 картошки. Отжимаем ее от сока. Кусочек пармезана, в среднем 120-150 грамм. Щепотку соли, черного перца, совсем немножко чили, ну и столовую ложку петрушки. Все это смешали. Давайте добавим наше виноградное масло, буквально 2 столовые ложечки. Ваша духовка уже должна быть горячая. У меня, во всяком случае, она уже 180 градусов. И вот так вот эту смесь, этот состав выкладываем. Разровняли. Обратите внимание, у нас с вами получился вот такой вот слой. Отправляем в духовку 180 градусов, в среднем 15-17 минут. Вы должны увидеть, что ваша картошка с пармезаном хорошенечко прожарились, имеют приятный золотистый оттенок. Вот в этот момент они будут готовы. Но в любом случае вы сейчас увидите, как это будет выглядеть у меня. 15 минут для начала. Итак, у меня прошло 16 минут. Пока картошечка горячая, делаем вот что. Режем ее. Итак, вот у нас с вами получилась такая вот симпатичная картошечка. Ой-ой-ой, как нереально вкусно. Ой, прожарочка идеальная. Вот так вот кусочек картошечки. Я даже говорить ничего не буду. Вы сами все понимаете.